Античная философия. История философии – это важнейший раздел философского знания. Ну, как всякая история любой науки. Возникновение философии датируется 7-6 веками до новой эры, до нашей эры. Практически одновременно в разных регионах Земли происходит рождение и становление первых философских учений в Древнем Китае, в Древней Индии и в Древней Греции. И первоначальным мировоззренческим стержнем философии был вопрос об отношении человека и природы. Среди основных школ древнего Китая можно выделить следующие. Конфуцианство, моизм, моизм, с моизмом не путать, это позже было. Даосизм. Родоначальник конфуцианства Кунфуцзы. Конфуций. Кунфуцзы. Конфуций. Он утверждал, что небо – это высшая сила. Оно следит за справедливостью на земле. Видите, как хорошо. Все зависит от воли неба. Небо – это рок, судьба, закон, дао. А в общественной жизни культ предков. Веди себя достойно, уважай старших. Совершенствуйся сам. Не обманывай, не срывай свой гнев на других. Эти простые рекомендации традиционны для китайских верований. Ну вот мы можем сразу сделать вывод, как историки, что первоначально развитие человеческого духа шло в такой религиозной форме. И эта религиозная форма не должна застилать от нас содержание этого, вот таких вот устремлений и содержание каких-то нравственных учений, которые приобретали и существовали долгое время в религиозной форме, а потом перестали существовать только религиозной. Моизм основан мо-ди или мо-цзы. Моисты отрицали предопределенность всего судьбой. То есть применительно к нам они отрицали, что не предопределено, какую вы оценку получите на экзамене. Может одну, может другую. Вот. Поэтому моисты в этом смысле как раз нам близки. Они отрицали предопределенность судьбой. Небо не предопределяет все и вся, а лишь желает, чтобы люди любили друг друга. Ну, хорошо же. Небо желает. Ну, что мы против неба можем иметь? Кроме любви к ближним, они проповедовали любовь к дальним. О. Потом вот Ленин это в речи на третьем съезде комсомола о задачах Союза молодежи. Говорит, надо не только о любви к ближним говорить, а о любви к дальним. А это, оказывается, моисты давно-давно говорили. Будучи убежденными противниками войн, они были первыми пацифистами. К традициям рекомендовали относиться критически, выбирая только хорошее. Ну, прямо наши люди. Моисты. Легко запомнить. Мо. И все. Даосизм. Еще одно течение. Даосизм. Основан Лао-цзы. В основе лежит дао. Первоначало. Первооснова и завершение всего происходящего в мире.
и начало, и завершение. Дао – основа и субстанция всех вещей. По сути, дао – это изначальное небытие, становящееся бытием. Все вещи, имея в своей основе небытие, являясь в действительности бытием, непрерывно уходят вновь в небытие. Ну, грустно, но что поделаешь. Это и есть постоянное движение в мире. Перейдем к философии Древней Индии. Философия Древней Индии представлена следующими школами. Джайнизм. Джайнизм. Буддизм. Буддизм. Сангхья. Сангхья. Кей после Н. Сангхья. Йога. Основоположник джайнизма – Махавира. В основе этого учения находится представление о карме, космическом законе. Сейчас за это деньги берут у нас. То есть полно этих самых пропагандистов кармы. У вас как с кармой дела обстоят? Не с кормом, а с кармой. А у вас, если вы себя плохо почувствовали, у вас, наверное, карма испортилась. Хотите, вам исправим карму? $1000. А что вы думаете? На себя не надо, на здоровье не надо деньги жалеть. На мое здоровье, ваши деньги не надо жалеть. То есть, вот и что интересно, мы действительно в нашей жизни, в обыденной, в культуре или в бескультуре, мы видим остатки умерших философских систем. Они, конечно, умершие уже. Никто их как системы в целом не придерживается. Но вот, тем не менее, вот это есть. Так вот, карма – это космический закон. Закон кармы нельзя умилостивить жертвами богам. Но его можно победить. Это, я думаю, вот сейчас говорят, давайте за определенную сумму можем победить закон кармы. Джина – тот, кто победил карму. То есть вы придете на экзамен, хотите быть джиной, победить карму, получить отлично. Следование обетам может освободить от кармы еще при жизни. Это путь аскетизма. Вот у нас правительство заботится о том, чтобы у студентов был путь аскетизма, и поэтому стипендия 1480 рублей. Это очень актуально все. А вы раньше думали, что это вот случайно так. Это как некое, так сказать, равнодействующее. Вот, например, Дворкович все время выступал, что надо вообще стипендию не платить. Вот он получал, он же уже теперь вице-премьер, дескать, а вот этим-то зачем платить? Потом, зачем этим такие деньги платить? Все равно, ну сколько вы проживете с этими 1480? Вот сколько вы проживете? Скажите честно. На сколько дней вам хватит? Ну, вообще, это пытается купить карточку произвольную. То есть у нас последний раз я вас вижу, я правильно понял? Потому что у меня зарплата позволяет до следующего раза дожить, вот до следующего занятия, до следующей недели. А тут мы с вами, вот нам сделали, наверное, два, чтобы хоть я вас два раза повидал. Первое занятие и второе. Ну, дальше уже... Вы понимаете, какая карма у кого? Или корма? Или кто вас кормит? Так. Принцип Гаутама. Принц Гаутама основал буддизм. Буддизм. Главный закон жизни – различать добро и зло. Ну, это же хорошо. Только все по-разному понимают, что для одного добро – для другого зло. Вот Абрамович, если он себе построил яхту и катается на ней, это же добро для Абрамовича.
А то, что кто-то не доедает, ну, это и для него зло, а для Абрамовича – добро. Суть буддизма в четырех истинах. Четыре истины надо знать. Запоминайте. Жизнь есть страдание. Старость, болезни, невзгоды, смерть. Так что, если вы будете мне рассказывать, что у вас маленькая стипендия, вот, устаете там, все, что я должен отвечать? Ну, жизнь – это страдание. А как вы думали? Что, думали, вам пришли, вот вам будут тут пироги раздавать? Нет. Вон автоматы есть внизу, если есть деньги, можете взять. Там тульские пряники, в которых напихано уже теперь пальмовое масло. Это страдание будет. Корень страданий в жажде жизни. Вот вы жаждете жизни, вот это вы страдаете. А вы не надо жаждать, не будете страдать. Чего вы страдаете? А вдруг я заболею, а вдруг умру? Да и не надо об этом думать. Страдание имеет причину. А раз так, то прекращение страданий – это уничтожение жажды жизни. Не, вот это трудно. Вот жажду жизни удалить у студентов – это вот тяжелое занятие. Это не, я не берусь. Тут у стариков-то жажду жизни никак не унять. А как у молодежи? Просто не знаешь, что делать. В общем, у нас буддизм, я думаю, не пройдет у нас. Не пойдет это учение. Но есть буддисты. Путь освобождения от страданий – достижение нирваны, в которой невозмутимость духа и освобождение от телесной зависимости избавляет человека от страданий. Вы должны впасть в нирвану. И есть у вас экзамен, нет экзамена, сдали, не сдали, отчислили вас, не отчислили. Какая разница? Что от этого изменилось? Вам-то все равно. Главное – невозмутимость духа. Вот я уже почувствовал, что вы как раз в нирване находитесь, потому что я сегодня по ошибке закончил первую лекцию не 30 минут, а 40, а вы хоть бы хны. Сидят спокойно, слушают, давайте, говорит, можем вообще без перерыва, можем вообще домой не уходить, читайте. Вот тут я уже думаю, нет, надо тут как-то строже следить за временем. В общем, вот тут вы уже готовы в этом смысле, вполне подходите. Так. Теперь основные философские школы и направления античной философии. То есть античная – это прежде всего Греция. Всю историю античной философии можно подразделить на следующие этапы. Первое. Зарождение и формирование античной философии. VI век до нашей эры. Второе. Классическая философия. 5-4 век до нашей эры. Третье. Философия эпохи эллинизма и латинская философия периода Римской Республики. Философия эпохи эллинизма, то есть греческая, и философия и латинская философия периода Римской Республики. 3-1 век до нашей эры. Четвертый период. Период упадка и гибели в эпоху Римской империи. 1-4 век новой эры. Правильно эти буддисты, они настроены были. Ранние греческие философы несомненно, испытывали влияние мифологии. Ну, что такое мифы, вы знаете, да? Это своего рода сказки. То, чего было, не было, это не важно. Важно, чтобы это было приятно, красиво, мечтание о том, что хотелось, чего хотелось бы иметь. Мифология. В их произведениях мы можем обнаружить представления, характерные для древнегреческих мифов, о первичном бесформенном состоянии Вселенной. Видите, как это современно?
о постепенном развитии мира из хаотического состояния в сторону все большей упорядоченности. Об отделении неба от земли, о периодической гибели и новом рождении Вселенной. В общем, физики украли эти мифы, слово «мифы» зачеркнули и выдали это за теорию новую, современную. Первые философские школы в Древней Греции возникли в Ионии, области, территориально расположенной в Малой Азии. Своего рода центром философии был город Милет. Милетская школа – это следующие имена – Фалес, Анаксимен, Анаксимандр. Значение Фалеса в том, что он впервые поставил вопрос, в котором выразил основную задачу философского знания – что есть все. Гераклит Эфесский впервые, пусть и метафорически, сформулировал идею о диалектической природе всего мира. Гераклит. Парменид, представитель школы элиатов, был современником Гераклита, но настаивал, что бытие неизменно, что есть бытие, а не бытия вовсе нет. Человек принципиальный. Скажем, Гегель эту проблему легко потом решил. Вот человек настаивает на том, что не бытия. Вовсе нет. Ну вот он даже в разговоре говорит вашем о том, что нет бытия, присутствует небытие. Раз вы это сказали, два раза нет. Нет, еще и небытия нет. То есть один раз у вас нет, как небытие, и второй раз как небытие. Поэтому надо только внимательно следить за логикой, за словами, даже за понятиями, за движением их. Вот. Ну вот, тем не менее... Заслуга была в том, чтобы утвердить это вот понятие бытия, очень важное для философии, и Парменид эту такую заслугу имеет. Зенон, ученик Парменида, всем своим творчеством стремился доказать тезисы своего учителя. Доказывал он это методом от противного. Он автор «Апории», «Ахиллес и черепаха». Наверное, знаете, что вот Ахиллес никогда не догонит черепаху. Потому что пока он ее догоняет, он рассматривает это расстояние. На это расстояние, где была черепаха, до этого места добежит, она уже отбежит дальше, отползет. Вот посмотрим это расстояние от Ахиллеса до черепахи. Значит, Ахиллес начинает бежать вот этот отрезок, а черепаха и так далее. И вот, казалось бы, что это вот такие проблемы, нерешенные тогда, но они поставлены были. Дихотомия, стрела и другие. Философская история приписывает Зенону около 40 апорий. Вот как сейчас вот тот же Гегель, как он эту проблему решил, и как он вполне современно изобразил движение. Как вы понимаете движение? Я задаю такой вопрос. Что такое точка, мы с вами уже обсуждали. Вот если вы находитесь в автомобиле и движетесь, вот в эту точку, в которую вы проезжаете, вы в ней находитесь или не находите, Виктор? Давайте по отдельности. Вы находитесь в той точке, в которую вы проезжаете? Да. А теперь второй вопрос. Вы не находитесь в этой точке? Да. Потому что если вы только находитесь, то, извините, вы знаете, так едет машина. Так... Вы умеете так тормозить? То есть на самом деле нужно было открыть, что такое противоречие. Противоречие и означает вот и находиться, и не находиться в этой точке. Вот это есть противоречие механического движения. Я иногда, вот у меня бывают такие случаи, когда я еду на такси, я вот спрашиваю таксистов, они всегда застревают сначала никак. Я говорю, так вот мы эту точку с вами проезжаем или нет?
Если мы ее не проезжаем, эту точку, за что я буду вам платить? Точку даже не проезжаем. Он говорит, проезжаем. Ну, хорошо. Так если мы только проезжаем, а мы в ней были, если мы в ней не были, я тоже не буду платить. Ну, так я быстро очень доказываю. Все очень понятно. Иначе никак это не изобразишь. Вот забегая вперед, поскольку это связано с некоторыми опорами, хочу вам дать такую диалектическую задачку. Вот что такое, ну, что такое граница? Вы же все знаете, конечно, вроде бы. Да? Граница, что такое? Вот что такое граница? Расскажите людям. Это вы же это слово ведь не первый раз услышали, правда? Вот граница двух нечто. Есть одно нечто, есть другое и граница. Что такое граница? Место, где заканчивается одно, начинается другое. А как узнать, где заканчивается одно, начинается другое? Это уже вопрос другой. То есть граница где? Граница это где или что? Что-то как-то я не понимаю. Вы говорите где? Это вы меня спрашиваете где? Я спрашиваю вас, что такое граница? Ведь где заканчивается? Не знаю, где заканчивается. Я спрашиваю, а что такое граница? Что это такое? Так вот, философия, брат. Ну вот, на этом примере видно, что такое вот ну, уже современная гегелевская философия и диалектика, которая эти проблемы разрешила. Граница, можете записать, это одна и та же определенность, которая соединяет и разделяет два нечто. Одна и та же определенность, которая соединяет и разделяет два нечто. Вот вы записали, я сейчас вам пример приведу, вам понятный. Вот скажите, пожалуйста, вот сейчас у нас что происходит? Мы в чем с вами участвуем? Сейчас что у нас? Сказать? Лекция. Лекция. Лекция нас соединяет? Конечно. Ну, если вот вас бы тут не было, вот вы сейчас задержались, и мы все равно начали, потому что все-таки уже были тут. А если бы никого не было бы? Вот представьте себе, люди открывают, смотрят, один, а тут что-то такое говорит. Это лекция? Нет, это уже не лекция, это что-то другое. Да? Раз. Или наоборот, вы тут сидите, а я пошел, так сказать. Ну, посмотрим, какая у вас будет лекция. Лекции не будет. Поэтому лекция нас соединяет. Соединяет. Да, но лектор это я, а вы-то слушатели, правильно? Поэтому лекция нас разделяет. Видите, вы не видите разницы, нет? Я еще и у вас экзамены буду принимать. Вот, мы с вами на равных, у нас демократия, но я вам буду выставлять оценки. Так у нас говорит, все одинаково, все хорошо, у нас полное равенство, дружба и так далее. Но не будете знать, получите два. Ничего себе. И это называется дружба. Какая у вас дружба? Это что получается? Получается, что лекция нас, увы, еще и разделяет. То есть я вот вам говорю, а вы записываете. Можете не записывать, все равно придете на экзамен. Можете вообще не слушать, все равно придете на экзамен. Можете не приходить на экзамен, но не будете учиться в университете. Это же понятно, чем заканчивается. То есть вот вам пример. И очень простой. Это в голову не приходит, потому что это как-то вот берут эту границу, как то, что вот что-то где-то вот между. Оно не между. Это одна какая-то определенность, которая общая для двух. Например, два государства имеют общую границу. Нейтральная полоса кому принадлежит? Тому-тому и не тому, не тому. Правильно? Надо и то, и другое. Вот тут противоположное утверждение. Так, ну и я сейчас вас еще дальше продвину. А вот предел, что такое? Только я предел не математический, а предел обычно. Вот вы дошли до предела в изучении философии. Что такое предел? Верхняя граница. А? Верхняя граница. Какая? Верхняя. Верхняя граница. Это что значит? А что за этой верхней границей? Что, мрак? Бездна? Вы не, этот, не из древней там, индийской философии или китайской берете. Представляете, вот верхняя граница, а там что? Ничего. То есть вот идет мир, и там ничего. Это так вы понимаете сейчас устройство Вселенной?
Тут вот солнце, звезды, и там верхняя граница, и там ничего. Там то, что вы не знаете. Ну, раз, значит, есть что-то есть, значит, это не верхняя граница. Что вы сказали? Вы себе противоречите. Вы где-то молодой человек. Вы путаетесь в показаниях. Так, вот подпишите, что ваших слов записано верно. Мы потом с вами разберемся, передадим это в соответствующие органы. Ну и все. Не пойдет. Не поверите, что такое предел. Значит, определение у Гегеля, как гениально, и как всякое гениально, очень просто. Это граница, которую переступают. Граница, которую переступают. Вот смотрите, вот все видят край этой вот трибуны. Если я не дошел до этого края, а это для меня предел? Вот край границы. Если я не дошел до него, это предел он для меня или нет? Нет. А если я прошел уже его? А теперь мне предел? Нет. Тоже нет. Значит так, когда я до него не дошел, не предел. А если перешел, не предел. Когда предел? А когда? В процессе. В каком? Переход. Вот. Граница, которая переступает. Вот летит самолет через границу. Пока он до границы не долетел, она для него не предел. Он перелетел, тоже не предел. Значит, пределом граница является только тогда, когда ее по логике ничего другого вы не делаете, вывода, переступаете. Поэтому беру пример из спортивной жизни. Елену Исинбаеву, знаете, прыгунья, рекордсменка по прыжкам с высоту в шестом. Сделала 24 мировых рекорда. И обычно соревнования с ее участием проходили так. Пришли другие конкуренты посмотреть, как Исинбаева будет выходить за свой предел. А это же предел, значит, граница. Граница была, вот она прыгала там на 100 метров, а теперь она вот будет прыгать больше. И каждый раз она, вот что, всякий раз она выходила за свой предел. Вот что такое предел, у нас не знают. А что такое беспредел, сплошь и рядом я читаю. Что такие люди, где такое взяли слово? Взяли слово они у этих самых, у зэков. И наши дорогие журналисты это распространяют. Это, говорит, беспредел. А что это такое? Не знаю. Ну что такое беспредел? Ну что за глупость такая? Это не беспредел, а беззаконие. Беззаконие состоит в том, что закон не соблюдается. Или закон даже не утверждается, необходимый для этого. Беззаконие может быть потому, что или нет закона, или закон не соблюдается. То есть не диалектику изучают, а изучают тот самый жаргон. Это самый уголовников, заключенных, воров в законе. Выбирайте, что будем изучать, диалектику Гегеля или уголовный жаргон. Не забуду мать родную, давайте, запишите. Ну тут же что-то, это на память, память о близких, это же сохранение культурного наследия, можно сказать. Да, правда же, это можно поставить, девиз. Я видел одного товарища в наколках, здесь идет, здесь у него Ленин, здесь Сталин. Красиво смотрится, но уже неистребимо, так сказать, все сделано, как следует. А вы пойдете, вот, сделайте Гегеля себе, народ будет думать, что это у вас такое? Представляете, вот это вот. Гарантирует успех летом. Все будут спрашивать, а кто это у вас такой? Или вот это вот можете взять? Может, это Корчагин? Я думаю, Корчагин похож, правда? Ну, вы себе сделайте наколку, а потом будете спрашивать всех, кто это у меня? Потому что вам не доставать каждый раз. И причем потом ходить спокойно, летом будете ходить, будете спрашивать, а кто это? Ну, вот. Так, ну вот, это вот вроде сейчас такие понятные вещи, но они оригинальные, в том смысле, что диалектика, она
Ну, она кажется парадоксальной по той простой причине, что это единство противоположностей, противоположные положения. И то, и другое. Предел, иначе предел. Вот вы, человек, который не выходит за свои границы, это какой человек? Не выходит за свой предел. Вот вы собираетесь выходить за свой предел или нет? Собираюсь. А? Собираюсь. Собираюсь. А если вы не будете выходить за свой предел, как вас надо будет называть? А? Ограниченный человек. Да. Вот Виктор не хочет быть ограниченным человеком. Вот студент, который, значит, готовится к экзамену, он уже готовится поздно, экзамен завтра, он говорит, я дошел до предела. Это хорошо или плохо? Ну, или дошел до предела, переходи. Так? Вот. А в чем состоит развитие? Развитие состоит в выходе за свой предел. Вы хотите развиваться? Ну и выходите за свой предел все время. Вы же все время делаете больше, чем вы раньше могли. И знаете вы все время больше, чем раньше знали. Правильно? Вот на этой лекции, скажем, вы присутствуете здесь, поскольку это не только мое мероприятие и ваше мероприятие. Потом это больше ваше, поскольку вы учитесь, а я же не учусь. Я вас, так сказать, способствую вашему выходу за ваш предел. Правильно? Вот в этом вот выход за предел происходит именно сейчас. Верно? Я вас спрашиваю, вы сначала не отвечаете, потом отвечаете и пошли дальше. Это и есть выход за свой предел. Человек, который не выходит за свой предел, он не развивается. У нас на кафедре, я был на кафедре управления и планирования социально-экономических процессов, был такой старший научный сотрудник, Сердюков, с такой звучным ныне названием, фамилией, Виктор Андреевич. Он с какой-то зонтиком так ходил, очки у него такие, Виктор. Солидный очень был. И он всегда говорил, я профессионал, я делаю только то, что умею. То есть он прямо противостоял этому пониманию выхода за предел. А я его всегда, значит, подковыривал и говорил, а вот скажите, пожалуйста, Владимир Андреевич, а что вы умели в 3 месяца? Ах, вы только вот это и умеете делать. То есть, а как вот называют тех, которые в 22 года умеют делать только то, что делали люди в 1 год? Помните, как вот идет, их называют дураками. Дураки – это эти люди, они люди, которые они вот в своем развитии застряли где-то очень далеко. Ну, а маленькие – это смешно. Как они там все коверкают, там так говорят. А когда это взрослый человек говорит, вы понимаете, что... Так что мы будем делать? Будем выходить за свой предел или будем ограниченными людьми? И решила кроха, буду делать хорошо и не буду плохо. Вот это очень важная, так сказать, мировоззренческая установка. Важная. Ничем не хуже, чем у них, там, у Лао Цзы и прочих там китайских мудрецов. Карму будем улучшать. Если она плохая, будем улучшать ее. Все время выходить за предел. Приходите. Это отдельно. Если карму нужно кому поправить. Так. Демокриту принадлежит около 70 произведений. Демокриту. Но ни одно не дошло до нас. А главная его заслуга – создание учения под названием атомистика. Что первоосновой мира является атом, неделимая частица вещества. Атом неделим, согласно Демокриту, вечен, тождественен самому себе. Виктор, вы тождественны самому себе? И да, и нет. А? И да, и нет. Ну, я бы спокойно ответил «да». Я, если я спросил бы вас, а вы не тождественны, вы тоже бы сказали «да». А что вы так как неопределённые, и да, и нет? Да. И спокойно можно говорить «да». Так. Каждый
Атом объят пустотой. Сейчас все неинтересно стало. Поле везде проникает, электромагнитное скучище. А было хорошо. Атом и пустота. Атом у нас тоже, оказывается, содержит там протоны, нейтроны. Картина мира вся. А там мы же сейчас вот стали разбираться, там есть еще бозоны, фермионы и так и до бесконечности. Будучи учеником Левкиппа, Демокрит доказывал, что атомы совершенно бескачественны, однородны, лишены чувственных свойств. Во второй половине V века до нашей эры в Греции возникает интеллектуальное течение, называемое софистикой. Софистов не интересовала истина. Для них важнее убедительно что-либо доказать. Побудить кого-то к действиям. Они стали практиками и теоретиками риторики. Научить вас говорить убедительно? Кто хочет, чтобы я научился говорить убедительно? Меня учили специально в институте горла, носа и речи, товарищ Малина. Вот слушайте, как надо говорить убедительно. Вот то, что я вам до этого говорил, это так, не вполне убедительно. Вот смотрите, сейчас будет убедительно. Внимание. Ба-бо-бу, бе-би-бы. Убедительно? Правда же убедительно? Ба-бо-бу, бе-би-бы. Ну, согласны? Что? Ну что, то и спорить не с чем. Как вы будете поспорить? С чем вы будете спорить? С ба, что ли, с бо? Поэтому, а я когда первый раз услышу, думаю, надо же, как и тут стараешься, там что-то содержание, все. Потом придет кто-нибудь скажет, ба-бо-бу, бе-би-бы. Она мне говорит, ну что вы, Михаил Васильевич, надо убедительно говорить. И вот я наблюдаю, как некоторые вот они выйдут на трибуны, и сначала люди слушают, там плюнут на это дело, и не слушают уже это дело. А он все хочет успеть. Мне мой коллега, декан экономического факультета, профессор Моисенко, говорит, так, он говорит, Миша, должно быть в лекции три мысли. Я говорю, ну вы даете. Три, если есть. Потому что, ну пусть вот лучше три мысли внесут, чем ни одной. Три мысли. Ну вы только вы их фундаментально должны как-то сделать. Поэтому, конечно, форма тоже содержательна. То есть, если вы что-то весомое такое доказываете, тогда нам бы о хорошем-то надо так достойно и говорить. Убедительно. Вот софисты убеждали. Неважно, таким вот хорошим голосом убеждают. У нас вот, например, Белов, например, Юрий Павлович, у него хорошо поставленный голос. Такую иногда чепуху говорит, но так убедительно. Еще у нас был один товарищ на экономическом факультете. Ну, что бы ни говорил, так кажется, так убедительно. Выйдешь потом, ну что сказал-то? Ничего не сказал. Ну, вроде того, из того, что я вот вам сказал, сразу ясно, что тут ничего, и даже и ожидать нечего, но убедительно. Ба-бо-бу. Б, би, бы. Ну, это построено на том, что есть основа, вот как построение вообще всякой речи. Во-первых, если вы сначала идете на подъем, потом вы завершаете. И надо вовремя остановиться, потому что если люди не остановятся, они начинают уже хрипеть и доказывать. Это получается очень неубедительно. Или они, не вдохнув, начинают говорить. Это я вам говорил, у меня такие дефекты были в молодом возрасте. Я даже так вот. Меня спросят, я отвечаю. Вот если вас спросили, что нужно сделать? Ответить. О, темнота философская. Вот, молодец, вот смотри. Вот, способный парень. Сразу раз и вдохнуть надо. И подумать, стоит ли отвечать на этот вопрос. Сейчас же у нас гласность. Когда говоришь то, что думаешь, думай, что говоришь. То есть вдохнешь и подумаешь, стоит ли, не стоит и как. Поэтому не надо спешить. Потом есть такое понятие пауза. Вот берем это эхо Москвы. Ну, это вот люди безграмотные, дилетанты в области уже риторики. Вот они кого-то пригласят, он вместо того, чтобы сделать паузу,
Чувствуете глубина мысли, философии? Они все говорят, так, Виктор, а вас как зовут? Аня. Аня, и вот он, ну это ужас вообще. И вот какие-то у них такие звуки там, ну человек, который это слушает, его должно стошнить только от одного произношения просто. Ну раньше их просто не пустили бы на радио, что сразу, и все. А если бы пустили, записали, сразу бы это мутили, эту пленку и выбросили. Нет, сейчас, что-то это вот бескультурье. Ну, понятно, если у человека, скажем, вы понимаете, что оперные артисты, они без микрофона. А есть певцы только, которые с микрофоном. Такой мощный у них голос, что если они вот сюда поднесут микрофон и будут хрипеть у него, этот хрип будет слышен на большое расстояние. А во все, так сказать, на самом деле проникла наука. То есть наука о том, как вы думаете, от чего у вас звонкость голоса? От того, что вы напрягаетесь? От объема. От чего объема? Что у меня легкие такие? Да. От этого, да? Конечно. Нет. Объясняю. Очень понятно. Вот вы. У вас есть связки? Связки дают звук. Когда проходит воздух через связки, они дают звук. И больше ничего. Можно этот звук увидеть очень легко. Сделать губы бантиком, маленькое отверстие оставить и послушать. Бу. И больше я вас порадовать ничем не могу. С точки зрения звукообразования. А вот звонкость зависит от другого. Вот у вас здесь находится такой храм, свод, грудь и диафрагма. И вот если вы будете стоять вот так, обнимать трибуну, или раскачиваться, у вас ничего не получится. А вот человек должен стоять, не напряженно, но так, что у него было тут ровно, и обеспечивать себе что? Резонанс. Звук зависит от резонанса. Резонанса у нас двух видов используется в звукообразовании. Вот есть верхние пазухи, гайморовые, всякие разные. Вот здесь пустоты у вас. Вот вы можете их задействовать, но это только на одном звуке. И или И. Показываю. Ми. Мы. Да светится имя Твое. И же иси на небеси. Аминь. Вот это верхний резонанс. А если вот вы хотите задействовать грудной резонанс, вы должны положить сюда руку и убедиться, что когда вы говорите, вот здесь вибрирует ваше. Если оно, если у вас здесь вибрация есть, то это громко будет и звонко. А если нет вибрации, можете орать сколько хотите, дорваться, сорвать себе горло, и никто вас не услышит. Это сохранение историко-культурного наследия, кстати. Запишите это туда. Это мало кто знает. И таких людей почти не было. Потому что все лечат какими-то лекарствами. Всякие усилители делают. Ну, вот артисты же они. Вы не обращали внимания, как, почему они открывают такую пасть? Певцы, как показывают потом по телевизору. Потому что если вы хотите, чтобы вас было слышно, вы должны не так, что вот у вас рот не открывается, а так, как я сейчас говорю. Понятно? Вообще понятно, как я говорю. Все слышно, все различают. А на самом деле, если вы говорите «о», так надо сделать кружочек, если говорите «а», откройте рот и так далее. И слово «образование» вот здесь, а не, вот, не сюда его, не надо на горло. Горло не трогайте свое, пусть оно не болит. Поэтому, если вам нужно, я вот вам продемонстрирую, если вам нужно громко. Так, насколько громко вам нужно читать лекцию? Так, давайте отрегулируем. Я вас не оглушил еще? Думаете, я напрягаюсь сильно, что ли? Да нет. Сейчас я вот не использую резонатор. А сейчас я использую грудной резонатор. Все понимают разницу. Так, ну, будет большая аудитория, по-другому будем читать.
Если еще больше аудитория. А если еще больше аудитория, как будем читать? И так далее. То есть будем выходить за свой предел. Так, так вот, мы остановились на софистах. Совершенно не важно, что я говорю. Ну, понятно, я вам объяснил, нет? Вот софисты, не то важно, что я объяснил, а важно, что было убедительно. Ба, бо, бу, бе, би, бы. Все. Вот софисты. Ну, это такое течение, оно в той или иной мере присутствует и сейчас. Гегель говорил, что софизм – это рассуждение из недоказанных обстоятельств, необоснованных обстоятельств. То есть исходит из того, что необоснованно, и приходит к выводу. А люди не заметили, что то, с чего он начал, вообще это необоснованно. И он приходит к какой-то ерунде. И вроде убедительно получается. Так. Главный тезис Протагора, софиста. Человек есть мера всех вещей. Ну вот как-то с этой идеей многие носятся и сейчас. А что значит мера? Что это значит мера? Как вы будете мерить вещь? Чемодан. Как вы померяете эту вещь с человеком? Ну, можно сказать, что для такого человека нужен маленький чемодан, а для вот такого – большого – большой. Другой известный софист Горгий доказывал, что бытие и небытие – суть одно и то же. Вот имя Сократа стало легендой. Он был известен не только своим учением, но и своей жизнью. В основном сведения о Сократе мы можем почерпнуть из диалогов Платона, его ученика. А сам Сократ ничего не писал. До нашего времени дошли почти все сочинения Платона. 427-347 год до новой эры. Платона считают родоначальником философского идеализма. Учение, в котором мышление, дух, идея существует объективно и независимо от человеческого сознания. И вот преемником Платона, последователем Платона явился Гегель. Но Платон как раз это тот человек, который говорил, что надо, чтобы государством управляли философы. Я об этом уже говорил сегодня. Самая важная проблема Платона – это соотношение идеала и действительности, ибо мир не знает справедливости и не живет в согласии с ней. Главная составляющая его философии – это учение об эйдосах. Идея вещи – все, вот истинная причина появления конкретной вещи. Вот есть идея – это отсюда и вещи. Вещь – это результат, следствие, воплощение той или иной идеи. Ну, в каком-то смысле, когда сейчас создаются какие-то новые все время вещи, да, у нас промышленность работает соответствующая, в сельском хозяйстве новые культуры, вот идея есть, она воплощается. Так что вот одну сторону познания, творческую такую сторону познания, идеализм воплотил в себе. И вот если вы возьмете тезисы о Фейербахе Маркса, он говорит, что вот до сего времени материализм был созерцательным, а не преобразующим. Вот как материализм Фейербаха. Созерцательный фейербаховский материализм. А вот эту субъективную сторону, воздействие человека на материю, на природу, преобразование ее развивал идеализм. Поэтому просто, скажем, говорить, вот идеалисты дураки, если они, так сказать, в целом не верны, это неправильно. Потому что идеализм, он как бы абсолютизировал одну из сторон человеческой жизни. Вот вы сначала придумаете, что делать, сначала вы задумали сюда прийти, потом пришли. А те, кто не задумал, тут сюда и не пришел. Вы сейчас реализовали идею, они свою идею реализовали. Поэтому то, что вот человек сначала ставит какую-то идею, потом ее воплощает, или в своих действиях, или в каких-то вещах, ну так всегда. Идея вообще что такое? Как бы вы ответили на этот вопрос? Вы это слово все слышали? Ну, это опять тот же случай. Я вот вас спрашиваю, раз вы слышали, я спрашиваю, что это такое? Ну, допустим, вы светлые, вы в университете учитесь.
Так, а я человек темный, от сахи. Ну скажите мне, что такое идея? Объясните, пожалуйста, молодой человек. Ну кто объяснит? Вы объясните мне. Вот он улыбается, он считает, что я дурачок. Ну я чет, бедный, но не учился я в университетах. Может, вы скажете, что такое идея? Если только на примере чего-то. Как вы можете на примере? Пример бывает, когда что-то общее, потом пример. Я уже не темный человек, но не настолько уже темный, чтобы вы мне подсовывали просто пример, а я не знаю, пример чего. Тогда у меня нет идей. Нет у вас идей. То есть у вас безидейные люди тут, что ли, в университете? А какой вы? У меня нет идей. Да, понятно. Надо будет директору сказать, тот, кто приходит на занятия. Да. Так, у вас тоже нет идей никакой? Вот потолок белый – это идея? Ну да. Да, какие у вас светлые идеи. Потолок белый, погода солнечная – это идея? Вот это вот, наконец, вы так вот, первая мысль у вас была пробная, а вторая уже. Конечно, не идея, но какая тут идея? В чем тут идея? Прежде чем потолок стал белым, это была идея? Это была идея, да. А идея какая? Покрасить белый цвет, да? Или покрасить, или взять вот это белое покрытие, уже покрытое белым, белого цвета. Но для этого надо было что сделать? Сделать этот потолок или нет? Не надо было его? И он сам появился здесь? Для взлетел, да? Идея, что потолок неплохо. Это не идея. Хорошо бы иметь бы сейчас бы завтрак. Второй. Это идея? Нет. А вот пойти в столовую и поесть – это идея. Видите разницу, нет? Хорошо бы. Хорошо бы иметь яхту. Сейчас бы мы… Хорошо. У вас корабля нету? Сейчас вот у нас вот я каждый раз вот ищу. Ну, какой-нибудь хоть студент какой-нибудь нашелся вполне состоятельный, чтобы мы бы сейчас поехали бы вот здесь на корабле по Неве. Ну, смотрите, вот я вам читаю лекцию, я могу свободно ее читать, мне не надо эти бумажки, и вы хорошо отвечаете. Мы сидим, пьем кофе, там бутерброды, там с красной икрой, с черной. И вот так мы так по рекам и каналам, тут, можем в залив поехать. Это ради философии. Вот, например, Академия, это был сад же. Сад Академии. Вот что мы доедем, выйдем в летнем саду, встанем, и я буду спрашивать, что такое идея? А он скажет, идея – это вот это дерево. Я скажу, нет, это не идея. Тогда, говорит, выкопать дерево и выбросить. Я говорю, это уже идея, но вредная. Это уже идея. Вы можете обобщить, вывод сделать, что такое идея? Короче говоря, нет у вас корабля, вот приходится здесь вот сидеть, вот из-за этого, вот в этой аудитории, из-за вас. Все срывай. И у вас нет корабля? Ну, что за люди пошли? А вот у Абрамовича есть. У вас папа не миллиардер? Ну, вот. Раньше хоть графья были, там князья как-то. Тут что-то прилично было в университете. Вот Ленин дворянин был, а вы не дворянка, наверное. Ну вот, и я не дворянин. Что делать? Ну ладно, будем жить так. Будем выходить за свой предел. Так что такое идея-то? Придумали? Ну вы уже так вот, как чувствовался там, вот, пытается он выйти за свой предел, вот, пытается. То есть на самом деле вот такие вещи, вроде загадки, но их вот постепенно философы разрешали, мучились, поэтому одним известны, другим идеи, отвечают на вопрос, что делать. Вот потолок белый не отвечает на вопрос, что делать. А вот покрасить потолок – идея. Это идея, правда? Или взять, перекрасить потолок – тоже идея. Прекратить лекцию и пойти гулять, солнце на улице – это идея. Но не знаю, как посмотрит на эту идею наш ректорат, деканат. Может, им не понравится. Но мы им не скажем. Это тоже идея, не говорить. Если спросят, скажут, так себя плохо почувствовали. И некоторым студентам было так дурно, что... А я должен был их сопровождать, преподавателя. А вдруг там что? Если что, я сразу вызову скорую. И они вышли на солнце, и им стало лучше. А тут вы явились со своими там претензиями и обвинениями в том, что мы нарушаем дисциплину. Вы чего? Мы вообще... У нас строго все соблюдается.
В общем, тут нужно, вот как нас софисты учили, главное это убедительно говорить. Таким твердым, громким голосом. Да-да-да, это все у нас запланировано, это у нас методики предусмотрены. Выходить и потом возвращаться в аудиторию. И тут уже спрашивать. Пусть потом люди опишут свой путь, где у них была и какая идея, и как она реализовалась. Вот так. Так, ну хорошо. Значит, с идеей мы разобрались. Идеи вещи – вот истинная причина появления конкретной вещи, считал Платон. Ну вот в практике так и бывает. Сначала идея. Вот идея, например, Смольного собора. Эта идея появилась у кого? Фамилия? Товарищи сохранители ценности. Как зовут архитектора, который спроектировал, создал этот самый Смольный собор? Что, не знаете? Ну, понятно. Чего, говорит, вы к нам пристаете, мы музей веды. Это же не музей, а его уже передали церкви, поэтому мы на этот вопрос не будем отвечать. Если вы спросите про Исаакия, тоже не будем отвечать, что Монферран, потому что его все равно передали церкви. А мы музей веды, а мы не церквиведы. У нас религоведы есть, вот с ним и спрашиваете, видите. Ну, расстрелили он, думал, там площадь расстрелили. Расстрелили. Сначала его в голове ведь создал. А потом вот то, что у него было в голове, вот эту идею, где и как и что, все это он изобразил на бумаге, а потом начали ее реализовывать. Вот, наверное, хоть Монферран и создавал вот Исаакиевский собор, но вот, видно, наверное, он не один все-таки был. Как вы считаете? Вот, потому что колонны большие, тяжелые. Так вроде мог бы он все сделать, но вот колонны поднять вот в одиночку, мне кажется, тяжеловато было все-таки. Но с Божьей помощью можно и поднять, ничего страшного. Так. Философия Платона включает учение о познании, диалектику, риторику, искусство, учение о государстве и обществе. Государство, книга «Государство» и законы, книга такая, являются синтезом этико-философских и политико-правовых взглядов. Последним великим философом Эллады был ученик Платона Аристотель. Вот одно время, вот там над Невой, там, где Аврора, висела большая реклама стиральной машины «Аристон». Не видели, нет? «Аристон». И вот одного студента на экзамене по философии спрашивает. Назовите вот древнегреческих философов. Он думал, думал. Платон. Хорошо. А еще? Аристон. Но самое интересное, что Аристон был на самом деле тоже философ, только мелкий. То есть не только стиральная машина, но и вот и философ был такой. А до Аристотеля он не додумался. Но Аристотель был очень крупный философ. И крупный он прежде всего потому, что он создал, по существу, систематизировал всю формальную логику. Вот вся формальная логика построена вот так, как ее систематизировал Платон. Все суждения, умозаключения, виды суждений, виды умозаключений. Когда Гегель писал свою науку логики, то он учение о понятиях говорил, что если вот для учения о бытии у нас трудность у меня была в том, что нету материала философского, чтобы на него опереться, то здесь трудность в том, что столько материала по поводу того, что есть, что наоборот, надо думать о том, как от лишнего, может быть, освободиться. Вот Аристотель, он создатель формальной логики, можно сказать. 384-322 годы до новой эры. Научное наследие Аристотеля можно разбить на логику, философию, физику, биологию, психологию, этику, экономику и искусствоведение.
Аристотель был тем мыслителем, который создал логику как науку о мышлении и законах правильных рассуждений. Его перу принадлежат трактаты, посвященные социальным и политическим наукам, но главным философским трудом Аристотеля считается метафизика, в которой он изложил основные идеи и взгляды. Сам Аристотель никогда не называл свою философию метафизикой. Аристотель различал первую философию и вторую философию, в кавычках. И та, и другая касается человеческого знания. Но предмет первой философии не природа, а то, что существует сверх нее. Философия интересуется сверхчувственным – сознанием, разумом, законами логики и диалектики. В основе онтологии Аристотеля лежит понятие формы. Форма – суть бытия вещи. Суть бытия вещи. Материя в понимании Аристотеля аморфна и бесформенна. Она пассивна, сама по себе недееспособна. Хотя она и источник вещей, но без формы она не творит вещи. Вот я думаю, что те, кто реформированием занимались, и в ходе реформирования ликвидировали там заводы, институты, университеты и прочее, они знали, понимали активность этой самой формы. То есть можно через реформирование уничтожить все, что тебе не нравится. Мы об этом уже сегодня говорили. Но на самом деле форма – это активное действующее начало. Это определенность вещи. Третьим первоначалом служит целевая причина, четвертым – движущая причина. Экономический и политический кризис Греции, рубеж 4-3 веков и 2 века до новой эры, отражается и в греческой философии. Наиболее интересными в этот период являются кинизм, скептицизм, стоицизм, неоплатонизм и учение Эпикура. Ну вот, скажем, то, что можно сказать об этой философии, перейти теперь к средневековой философии. Прежде чем это сделать, у нас еще осталось время, какие есть ко мне вопросы. Я вам много вопросов задавал, смотрите сколько, прямо бы ко всем приставал даже, надоел. Вы-то тоже спросите что-нибудь. Чувствуется, у вас опыта нет. Я вам рассказываю, один лектор приехал в горное село и там читал лекцию о компьютерных системах и программах. А сидят эти в попахах горцы. Ну и главный говорит, надо вопрос задать. Ну хорошо, говорит, это мы поняли про интернет, вот. Поняли про то, как формируются файлы, это нам понятно, все хорошо, и папки тоже нам понятно. А вот ты, мил человек, скажи, а как варенье в подушечке закладывают? Лектор посыпался. А вы вот знаете, как варенье в подушечке закладывать? Пожалуйста, кто хочет ответить на этот вопрос? Не, я вам предложил, чтобы меня спросили. Вы не спрашиваете, да я вас спрашиваю. Тут у нас борьба идет. Или вы, или я. Кто? Как варенье в подушечке закладывать? Чего смотрите? Давайте, рассказывайте. При консервировании? А? Я не спрашиваю, при чем, я спрашиваю, как. Вы что мне не на вопрос отвечаете?
Еще бы не хватало, что ли. Почему это при консервировании? Что, консервируете огурцы, в это время подушечки получаются? Интересно. Как это может быть? Ну, что это? Это вот, это ж подушечки варенья закладываются, она там сохраняется. Это музеологам надо знать, как сохранять варенье. Можно в банке закатывать, да? А можно в подушечки. И прямо чай пьешь, тут тебе и сахар, и варенье, и тут же и крышка есть. Это же и форма, а в ней содержание. Варенье содержание – это форма. Форма съедобная, красота. Или это как вот мороженое в стаканчике. Ты же хрустишь и ешь мороженое в стаканчике. Стаканчик не бумажный, а стаканчик съедобный. Он же сделан из чего? Это же его испекли, это же красота. Надо такую делать посуду. Ну, все те, что дают вот одну бумагу или пластмассу. Пришли бы там вот, бесплатно, чтобы были тарелки сделаны, как то самое мороженое. И, так сказать, супчик налили, супчик съели, этим края откусили, съели, запили, со вторым съели. Ну, это я вам даю время просто, чтобы вы подумали, как варенье закладывают в подушечки. Ну, или вы спрашиваете меня, ну, у нас же с вами борьба идет, или... То есть, если вы меня не спрашиваете, я вам тогда вопрос задаю. Че, музеологи, ну, как вы можете сохранять ценность, если вы не можете, не знаете, как сохранять варенье в подушечках? Ну вот. Могу объяснить. Философия, она вообще может все объяснить. Вот представляете, идет такой пласт этой вот, из чего делается вот это вверх и низ, да? Пластина такая идет, большая. Потом эту пластину намазывают вареньем. Всю. И сверху пластину. Потом раз, штампует. И получается много-много подушечек. И все. Ну, вы хотели просто одну узнать. Одну, кто это будет делать, одну подушечку? Сейчас такое не делает. Варенье можете, чтобы оно не растекалось. Что с ним надо сделать? Заморозить. Пусть оно... Лежит все это, все это, все. Ничего не пачкается. Хлоп, хлоп, хлоп. Можно сделать, как пельмени, все видели? Ну, это же варенье, так же делаешь же и подушечки. Какая разница-то? Только там у вас тесто. Ну, считайте, что это вот вместо теста берется карамель. Да? Карамель – это сахар. Вот так вот приготовленный. А вместо мяса что берется? Варенье. Раз, и все. Это все вы видели, знаете. Тут надо наблюдательность иметь. Ну, я расскажу про наблюдательность и закончу. В медицинском институте профессор собрал в анатомическом театре студентов. Так, говорит, сейчас будем проверять, можете ли вы вообще быть медиками. Медики должны быть небрезгливыми. Небрезгливыми. Поняли? Сейчас будем проверять и оценки буду ставить. Ну, у них какой объект? Труп. Вот, так сказать, в задний проход палец сосовывает медик и облизывает. Ну, кто может повторить? Так, Виктор там, как вам позовутся? Михаил. Михаил, да, чёска. Тот, значит, раз, облизывает. Профессор говорит, ну что, Михаил, 4. Почему 4? Да потому что, говорит, ясно, что надо быть небрезгливым, но надо еще быть внимательным, потому что я засовывал-то этот палец, а облизывал-то вот этот палец. Четыре, больше, говорит, не могу поставить. То есть надо вот как-то относиться к такой, с искрой, к этому всему, к нашему всему обучению. Вот. Или нам будет интересно тут и весело, или скучно. То есть, ну, для этого надо так вот быть готовым к тому, чтобы вот, вы видели, что я вот спрашивать буду и дальше. Вы скажете, что вы спрашиваете, у нас лекции. Ну, это метод такой. Метод какой? Если вас спрашивают, заставляют вас же думать. А если я буду только читать, вы будете спать. Я, как это у вас скажут, у вас на лекции люди спят. Это что такое? Это непорядок. Ну, вот теперь можно уже закончить. У нас корабля нету, поэтому могу вам подарить только еще вот
время для того, чтобы вы успели без очереди покушать. Если деньги у вас есть, конечно. Всего хорошего. Значит, в следующий раз мы встречаемся ровно через неделю в этой же прекрасной аудитории с хорошим настроением. Вот. А те товарищи, которые не пришли, скажите, пожелайте им крепкого здоровья, и пусть приходят. Будем стараться, чтобы наши занятия были интересными и полезными. Но история, это же философия для историков, это самый хлеб, можно сказать. Историк без философии, ну, у него все мертвое будет. Это вещи такие, эти будут складываться там без идейно, без всего, без эйдоса. Спасибо. Счастливо. Желаю вам выходить за свой предел. Постоянно.